Салют, народ! Хочу сравнить сходы после подсолнечника озимой пшеницы. Сеяли двумя способами. Справа посев по нулю, слева посев после дисковки сеялкой СЗ5,4. Сходы одинаково дружные. Слева немножко меньше, но тут сеялось на пару дней позже. Какое отличие я заметил? Я заметил, что слева земля суше. Там, где посел после дисковки, на мой взгляд, земля суше. Сверху. Если копнуть, влага есть, но немного. Здесь сверху влаги больше. Копнуть, по-моему, то же самое. Ну, надо смотреть урожайность. Вот здесь после дисковки визуально земля сухая. Но в этом году влаги хватило, возможно, разница будет минимальная или вообще не будет. Ну, будем смотреть урожайность. В комментариях напишу, отличие было или нет. Всем пока.